Здравствуйте, уважаемые друзья! И сейчас мы рассмотрим продукт компании API Travels. Вот, чтобы было понятно, я постараюсь донести, какой у нас продукт, чтобы мы с вами разбирались в первую очередь, да, как пользоваться нашим продуктом. Итак, у нас, когда мы с вами уже партнеры компании, у нас открывается здесь такая панель, и мы нажимаем «Партнеры API Travel». Вот эту вот функцию «Партнеры API Travel», и у нас открывается здесь, вот как вы видите, вот такая картина. Здесь у нас несколько площадок. Сколько мы можем с вами посчитать? 3, 6, 9, 10, 11 площадок. Я уверен, они еще будут добавляться, в которых мы, в принципе, собраны практически все функции и направления онлайн-бронирования. Здесь есть и авиаперелеты, которые мы можем заказывать, и аренда автомобилей, и аренда отелей, и все, что необходимо при онлайн-бронировании. Вот здесь вот. Вот эти две первые площадки – это площадки самой компании, разработка самой компании. Здесь очень хорошие, шикарные цены. И вот эта вот площадка, надо в нее, чтобы зайти, надо еще раз залогиниться под тем же логином и паролем, который у вас есть в который у вас в компании, да, в который у вас в бэк-офисе. Вот как вы заходили в бэк-офис, вот здесь, пожалуйста, еще также один раз залогиньтесь, чтобы система видела, что это реальный партнер зашел. Вот здесь отличные цены, отличные скидки на отели. Вот, и я сейчас это вам покажу. Итак, друзья, давайте будем смотреть, как у нас работают скидки на отели. Вот отель, я сейчас выбрал, например, город Милан. Вот видите, вбил город Милан, четверг, заезд, дата заезда 7 июня, выезд 8, то есть на сутки, два взрослых в одном номере. Вот я нажал поиск, и мне вот выбило Милан, да, и вот мне идет тут, видите, варианты различные со скидками и так дальше. Но мы давайте первый попавшийся, вот я скопировал его и сразу же сделал это то же самое, провел ту же операцию на Booking.com. Вот и мы сейчас с вами сравним. Как видите, тоже Милан, тоже четверг 7, тоже пятница, и вот этот готель Да Винчи. И вот мы видим цену, и причем 82, кто знает, это уже скидка, горящая цена. Вот 82, вообще типа 140, вот Booking.com нам предлагает 82. У нас, как мы видим, эта же цена 67. Ну, разница приятная, мне кажется, очень отличная. Тут все, вот, лидер продаж, он и тут на букинге лидер продаж, и у нас он лидер продаж, потому что он первый. Видите, тут и другие отели можно, ну, ладно, давайте вот я сейчас еще, например, вот этот Берна Готель Милан, чтобы не говорили, что я вот что-то тут, может, подтасовываю. Давайте вот прямо при вас я ввожу сейчас вот этот, вставить, вот, да, Берна Готель Милан. Вот он, наверное, здесь, да, найти, давайте здесь сравняем цены, так, найти, так, ну, нашел нам Берна Готель Милан, вот он, отель Берна, итак, друзья, вот он, $175 на Booking.com, а у нас сколько мы должны с вами посмотреть? А у нас, друзья, 157. Ну, разница чувствуется, да? Вот он же, готель Берна Милан. Вот он, видите, двухместный. Вот, и здесь же те же даты все стоит, видите, опять же. Те же даты, четверг, два взрослых в одном номере. Вот, пятница, заезд, четверг, заезд, пятница, выезд. Вот, как видите, готель Берна. И здесь разница приличная, да, все-таки $157, и на нашем Booking.com, как мы видим, 175. Ну вот, приятно, классно, и мне кажется, вообще супер. Давайте теперь берем другой город. Так, друзья, теперь у нас Берлин. Первое, что мне попалось, видите, даты оставляю те же, 7, 8, 2 взрослых, они будут постоянные, я не буду их менять. Теперь смотрим, Park Inn, Radisson, Берлин, Александерплац, $144. Теперь смотрим, та же цена на Booking.com, друзья, я уже подготовил все. Как мы видим, разительная цена тоже, видите, те же даты, все тоже,
198 долларов. Ну, разница в 54 доллара, друзья, ну, за одни сутки, это за одни сутки. И то пользуется спросом на букинги. Это очень, как бы, серьезная заявочка на отличный продукт. Поехали дальше с вами. Так, друзья, теперь смотрим Полония, например, готель Варшава. Видите, я вбил Варшаву здесь, Варшава. Вот пробовал этот отель здесь. Давайте, да, Варшава у нас. Ну вот Полония отель я уже подобрал. Сейчас я покажу, еще покажу тут пример, например, да. Вот Полония отель, видите? 213 и 198. Вот те же Варшава, все, видите? Вот. Те же даты, все тоже как должно быть. 213 здесь Полония, 198. Вот я еще раз взял, например, берем этот отель, например, ну, например, вот, просто чтобы было несколько отелей, чтобы не говорили, что я там что-то вот как-то хочу тут подтасовать. Вот, давайте смотрим здесь, что у нас получается. Хамптон, вот он, Хилтон, Варшава, 166, здесь 155. Вот, видите? Ну, тоже разница, как бы, за суточки. Вот он, Хилтон, бай Хилтон, Варшава, все. И вот он же 155, и здесь 166. Ну, тоже за 11 долларов, как бы, за сутки, тоже очень хорошо, шикарно. Ну, почему? Нормально, я считаю, очень хорошо. Особенно, если вы приехали в этот Хилтон хотя бы на пару суток. Нормально. Вот, и то тут осталось только два номера, что у нас еще можно быстрее заблокировать, забронировать, то есть, вот. Ну, так, идем дальше. Идем дальше, какой у нас город следующий. Так, друзья, переходим к Санкт-Петербургу, как вы видите. Этот отель я почему-то не нашел, видно, его надо по-другому вписать. Поэтому я беру вот этот Соло, Сокос, Хотель Палац Бридж. Итак, вот у нас он здесь, друзья, Соло Сокос Хотель Палас Бридж, точно название не перепутаешь, потрясающе, 217 долларов. Что у нас показывает наша площадка, друзья, 184 доллара. Приятная цена по сравнению с нашим любимым Booking.com, на который заходит около 600 миллионов человек в день, поэтому я всегда говорю, давайте возьмем хоть 1%, с аудиторией Booking.com, и все, кто меня смотрит, станут миллионерами в нашей компании. Итак, 217 долларов на Booking.com, наша цена 184. Это Санкт-Петербург. Что еще возьмем? Давайте возьмем Астану. Итак, друзья, теперь смотрим Астану, как вы видите. Астана, Казахстан, те же все даты, все. Первое, что мне попалось, Хилтон Гарден. Астана, цена 124 доллара, на Booking.com то же самое 139 долларов. Вот как мы видите, Hilton Garden 139 долларов. Ну, тоже приятно и удивительно. Вот, пожалуйста, 124, 139, потрясающе. Отлично. Что возьмем еще? Ну, давайте Одессу возьмем. Вот и, друзья, Одесса мама. Что мы видим в Одессе? Отель Гагарин. Гагарин. Отель Гагарин. Пожалуйста, 85 долларов за ночь у нас. Осталось три номера. Кстати, надо поспешить, друзья, туристы в славном городе Одесса. Что смотрим на Booking.com? А на Booking.com тишина, все хорошо. За 102 доллара вы, наверное, купите больше. Но я вам скажу, 17 долларов за ночь для Одессы — это хорошая разница. У нас 85, а на букинге 102. Видите, Приморский, Одесса, все, те же даты, четверг, пятница. Видите, здесь то же самое. Ну и так дальше. Тут можно брать любой город, любой отель, причем даже, я не знаю, какая-то Тмутаракань, какой-то хостел, и то вы здесь найдете, и то найдете цены дешевле, и так дальше. То есть, друзья, здесь можно сидеть и делать сотнями такие сравнения, и все они будут в нашу пользу. Вот так. Продолжим. Теперь, друзья, второй вопрос по авиаперелетам. По отелям я показал, вот лучше всего искать здесь, на этой площадке. Но
По авиаперелетам. Меня все спрашивают, а я еще хочу скидки на авиаперелеты. Я вот хочу скидки на авиаперелеты. Друзья, на скидки на авиаперелеты вы практически не найдете нигде. Потому что бизнес авиаперелета, он низкорентабельный на сегодняшний момент. И очень большая конкуренция. Поэтому практически скидок вы не найдете. Ну вот просто их реально нету. Нигде. Вот. Есть просто максимально минимальные цены, которые вы можете здесь получить. Это в первую очередь на Momondo, вот здесь площадочка, максимально минимальные цены, и на Skyscanner. Просто заходите, если вам нужен авиаперелет, заходите сюда на Momondo или на Skyscanner, здесь вы найдете практически максимально минимальные цены вот именно для наших рынков на авиаперелеты. Вот. Еще, чтобы вы понимали, цель компании же не предоставить там только одни максимально минимальные цены. Ни в коем случае. Цель компании, когда вы как партнер приходите, а не как клиент. Вы как партнер приходите, вы зарабатываете еще поинты, которые вы можете использовать для себя в бизнесе. Вы зарабатываете поинты, которые вы можете использовать для себя при оплате наших поездок. То есть вы зарабатываете поинты, и если вы заказываете онлайн что-нибудь, или авиаперелет, или там отель, вот, или даже там аренда автомобилей, ну все-все-все, что вам необходимо, и здесь находится на этих площадках, а на этих площадках есть практически все. Все, что необходимо вам для любой поездки, в любой точке мира, то вы, друзья, здесь используете поинты, вы можете оплачивать за счет компании. Мало того, что вы зарабатываете в маркетинг-плане, но еще плюс к этому вы используете поинты сверх маркетинг-плана, который вам дает компания, и вы оплачиваете себе эти поездки. И вот здесь вы можете этими поинтами свободно себе оплачивать дорогие авиаперелеты. Потому что, да, я понимаю, авиаперелеты как раз одно из самых дорогих всегда составляющих любого путешествия. Поэтому здесь этими поинтами, заработанными в компании, вы можете спокойно их оплатить или полностью, или частично. Вот это и есть все вместе в комплексе, это и есть наш основной продукт компании API Travels. Спасибо, с вами был Константин Шенгер, до следующих встреч.